В Нижнекамске нырнул в озеро и не вынырнул 60-летний мужчина. Все произошло на Пионерском озере. Дачник был в состоянии алкогольного опьянения, когда решил освежиться. Сейчас спасатели патрулируют необорудованные пляжи, просят людей выйти из воды и выносят им предупреждения. Алина Мусина подробнее. Он утонул на этом месте. После трудового дня мужчина решил окунуться в озеро. Нырнул, но выплыть уже не смог. Перед тем, как пойти купаться, он изрядно выпил. Погибшему было 60 лет. Нырнул, соответственно, там, возможно, ему стало плохо или что, неизвестно. Вынырнул, начал махать руками, хватать воздух ртом. Соответственно, пока позвали на помощь соседей, так как поблизости никого не было, пока добежали, то есть он уже, соответственно, признаков жизни не подавал. Владельцы ближайших домов вытащили дачника на этот подмосток и начали оказывать первую помощь. Но все было тщетно. Врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Обе трагедии произошли на необорудованных пляжах. Как говорят спасатели, большинство трагедий на воде. В прошлом году вот здесь утонул мужчина, знаете? Вот прямо вот от того места он выплыл, поплыл. Не пьяный, трезвый был. Вот утонул. И вот, вот там его где лодочная станция, его только вылили из воды, вытащили его. Так что здесь опасно, потому что здесь спасатели. Не дай бог, что случится, вам никто помощь не сможет оказать. В прошлом году, значит, произошел такой вот случай, что компания из трех человек распивали крепкие спиртные напитки. После уже распития один, значит, нырнул в каму и уже не вынырнул. То есть уже очевидцы, свидетели помогли, достали его тело уже без признаков жизни. Соответственно, поэтому в этом году этому месту мы уделяем более особое внимание. Работу специалистов многие отдыхающие воспринимают штыки. Но задача сотрудников ГИМС в первую очередь – предостеречь. Работы здесь ведутся, вы здесь купаетесь. Поэтому мы ваши данные запишем сейчас. Предупреждение вынесем вам. Проверяют несанкционированные пляжи спасатели ежедневно. В первый раз проводят профилактическую беседу. За повторное нарушение выписывают штраф. Непонятливые же за отдых в неприспособленном месте рискуют заплатить своей жизнью. Алина Мусина, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, вызов 112.